Так, ну что, друзья, начнем в Инстаграм проводить эфир. Так, часто задаваемые вопросы мне Николай сбросил, поэтому продолжим здесь. К сожалению, в Телеграме у нас не получилось, очень сильно сбивал меня шум и никак не мог быть концентрирован, поэтому лучше здесь в Инстаграм проведем. Вот, а вопросы, которые вы зададите уже под видео, я уже те вопросы, которые не были освещены, то я уже в следующем вебинаре на эти вопросы поотвечаю. Так что всех зовите, у кого Инстаграм не открывается, те просмотрят сегодня в записи. Мы сделаем запись и сбросим уже в чаты. Вот, поэтому вы в чатах напишите, чтобы не переживали, ничего не пропустят, а запись будет. Вот, сейчас уже набралось 250 человек. У нас 10 минут назад в телеграм-чате в эфир пришло 500 человек, так что, можно сказать, больше половины уже зашло, уже 280, так что ждем еще немного и начнем. Давайте еще до 350 доберем, и я начну вещать. Приглашайте, зовите всех. Всем привет. Так, нас уже больше 300. Давайте еще наберем и начнем. Вообще подписчиков более 2000, я думаю, сейчас уведомление увидели, что начался эфир, и должны уже подтягиваться. Если мы наберем 1000, то это будет очень-очень хорошо. Так, все, нас 340, в принципе, я буду начинать. Всех приветствую, дорогие партнеры, дорогие участники нашего сообщества. Сегодня такой получасовой брифинг, то есть у нас несколько вопросов по сообществу, которые я хочу дать информацию, а также немного рассказать ближайшие планы. Вот, был задан вопрос сегодня Николаем в общих чертах, как повлияет KGCoin на сообщество Веко. Дело в том, что KGCoin и является продуктом Веко, и расширение использования KGCoin, который мы сделали специально как для граждан Кыргызской Республики, это повлияет, естественно, на расширение нашего сообщества, потому что каждый участник и пользователь KGChain, KGCoin является участниками нашей экосистемы и нашего сообщества. До этого, то есть был период, когда у нас сообщество было всего 20 человек. В 2019 году, когда мы начинали, в феврале месяце, у нас было 20. Потом мы переросли в 200, и уже к концу года 2019 у нас было более 2000. Да? В 2020 году, к маю месяцу, у нас было уже 10 тысяч. И уже к сентябрю, к октябрю месяце, наше сообщество выросло до 25 тысяч. Сейчас, конечно, многие немного не следят за новостями, кто-то начал заниматься другими, да, делами, но, тем не менее, наше сообщество живое, наше сообщество активно развивается. И последний год я очень редко проводил вебинары, брифинги, какие-то изменения было мало, в связи с тем, что мы разрабатывали и работали над блокчейном VecChain, да, или блокчейном 2.0 мы еще и называли. То есть 2.0 это не имеется в виду, что какой-то, но это как бы номер обновления нашего блокчейна. И мы добились очень большого успеха, очень больших достижений, которые мы можем показать миру, наше предложение, и оно будет очень востребовано и очень актуально. И почему я в сегодняшнем, так сказать, брифинге об этом расскажу. Итак, первый вопрос. В общих чертах, как повлияет KGCoin на сообщество Века? То есть все пользователи KGChain
это наше сообщество. И как я уже сказал, как мы выросли до 25 тысяч, так у меня есть цели, чтобы наше сообщество выросло до 3 миллионов людей. И для этого было использовано инструмент для Кыргызской республики, для кыргызских граждан. Это как подарок от нашей компании, подарок для кыргызского народа. Данная разработка повлияет очень сильно на многие отрасли в Кыргызстане, на экономику, а самое главное, даст возможность людям хорошо зарабатывать. Мы не предлагаем какие-то депозитные программы, мы не, именно по KG-чейну, да, мы не предлагаем что-то вложиться или еще что-то. То есть мы сделали инструмент, так сказать, платформу, площадку, в которой можно создавать смарт-контракты, NFT и таким образом использовать данную платформу. Монета KG Coin, это предназначено для партнеров или как для друзей Кыргызской Республики, как подарок, поэтому будет происходить дроп только для верифицированных кыргызских граждан. И таким образом, то есть мы для кыргызского народа откроем понимание, откроем возможности использовать блокчейн. То есть мы будем проводить также очень много школ, обучения, как можно использовать. Также мы будем сотрудничать со многими компаниями, которые хотят токенизироваться, которые хотят использовать новые разработки, новые технологии, да, и таким образом расширять свой бизнес. В токенизации могут участвовать любое предприятие, и мы, конечно, поможем и покажем, какие возможности для расширения это будет. То есть, чем больше пользователей на KG-чейне, тем больше пользователей и в целом на в инструментах Веко, компании Веко. Да? А у нас есть хорошие инструменты, как MLM-программа с бинарным маркетинг-планом, который работает уже более 3 лет. У нас есть такая авторский маркетинг по Golden Ration, который работает уже тоже около 3 лет. Вот. И они дали о себе как бы хорошие возможности, что пользователь мог выйти на хорошие доходы. То есть по KG Coin будет дроп первым 36 тысячам человекам, а также 16-летней добыча данной монеты. Вот. Поэтому чем больше мы развиваем KG Coin, KG Chain в Кыргызстане и за пределами Кыргызстана, тем больше будет наше сообщество в целом, да, то есть вы понимаете, да, что из 3 миллионов наших пользователей из Кыргызской Республики, даже если 10% будет использовать те инструменты, которые у нас на данный момент существуют, это и актив Райдо, и актив Веко, то вы представляете, какие результаты могут быть в общем для всего сообщества, и это вы должны понимать. Вот, второй вопрос, который часто задаваемый, что делать участникам сейчас, в ближайшее время, участникам нашего сообщества, что нужно делать? Помогать нам развивать KG Coin, KG Chain, и на мой призыв недавно, который я призвал партнеров, активных партнеров, приехать в Кыргызстан, помогать мне здесь открыть офис, помогать поставить все презентации, развивать. Многие откликнулись, я им очень благодарен, многие приехали, обустроили офис, поставили ежедневные презентации. У нас сейчас презентация проходит с 11 до 6 часов вечера, ежечасно проходят презентации, и люди постоянно идут. Очень много сетевых компаний, партнеры, да, с Кыргызстана заинтересовались, криптоэнтузиасты заинтересовались. Физически, или как, представители классического бизнеса заинтересовались. И та же криптокомпания, которая существует на территории Кыргызской Республики, тоже им стало интересно. И многие переходят свои монеты, переводят на блокчейн, KG Chain, то есть продукт, который является от Вебкоина, от компании Веко.
Вот. Третий вопрос, который часто задают, это какие инфоповод будет и как их использовать для получения наилучшей выгоды. В ближайшее время какие инфоповод будет? Первое, это 5 числа появится блокчейн, вернее, приложение KG Wallet на App Store, на Google Play. Первые дни вы в поисковике не найдете, то есть будут прямые ссылки, на которые будут переходить на приложение KG Wallet для того, чтобы набрать рейтинг, и потом уже будет в поисковике отображаться. Поэтому мы запостим новости на нашем канале, и также в Инстаграм, и в чатах, в Телеграм-чатах, и по этим ссылкам вы можете пройти и установить на свой iPhone или на свой Android-телефон. Да, с операционной системой, можете установить кошелек. Почему для нашего сообщества нужен этот кошелек, так как мы сейчас переходим 5 числа, сделаем своп с нашего старого блокчейна Veko на KG Chain, да, под символами KVEC, а также Райдо мы уходим с Трона и переходим на KG Chain, для того, чтобы комиссия была в 5 центов. То есть это многим будет удобно, это будет очень хорошо на высокоскоростном блокчейне работать. Также, скачав данное приложение, данный кошелек, у вас откроется масса возможностей на этом кошельке, также формировать свой портфель, потому что данное приложение – это также мультивалютный кошелек. Очень информативный обозреватель, который вы тоже можете посмотреть все транзакции и посмотреть по статистике о каждой монете, куда что, какие объемы происходят, да. Вот, поэтому те, у кого век и ра уже на своих в кабинетах проектов, оставляйте в нем, да, не трогайте до 5 числа, а те, у кого на век валит, вам нужно перевести в один из проектов. То есть это первый инфоповод, который будет происходить в скором времени, 5 числа. 20 числа у нас планируется в Бишкеке Open Air. Это на стадионе будет происходить презентация KG Chain, компании Veko. И будет массовый такой, планируем на 10 тысяч человек. То есть некие мероприятия, в котором будет присутствовать наши топовые блогеры с Кыргызстана, также топовые певцы, ну, рэперы, да, то есть и ведущие, хорошие ведущие. И, естественно, также я буду выступать, презентуя компанию Veko и KG Chain. То есть вы поймите, везде, которые мероприятия происходят в KG Chain, везде звучит Veko World Limited, то есть наше сообщество Veko, потому что KG Chain является продуктом компании Veko World Limited. Вот, следующие мероприятия, которые у нас планируются, это 15 июля. Вот как раз я перехожу на четвертый вопрос. Подробно о встрече века. 15, примерно, сейчас точно даты еще нет, почему я сейчас скажу. Примерно середина июля будет проходить встреча века. Это вторая встреча нашего сообщества, но оно будет очень масштабным. Мы сейчас договариваемся с ипподромом города Чолпаната, это на Иссык-Куле, чтобы разместить 50 тысяч человек. То есть это некая такая трехдневная презентация, трехдневная. Рассчитываем на 50 тысяч человек. Хотим пригласить на это мероприятие всех известных криптоблогеров, да, как и русскоговорящие, так и англоговорящие, и также азиатских также блогеров, да, и также известных криптоэнтузиастов, такие как Джастин Сан, да, Виталий Бутерин, Илон Маск, то есть будут приглашены. Но, по крайней мере, мы отправим пригласительные билеты, постараемся, чтобы они приехали на это мероприятие, а там, у кого будет возможность, тот приедет. Но, тем не менее, я считаю, что если мы пригласим даже 100 криптоблогеров активных, из которых, ну, вернее, разошлем там 500, да, криптоблогеров, из них если даже приедет 50 человек, то это будет очень большое, так сказать, инфоповод на весь мир.
где мы предоставим и покажем все возможности нашего блокчейна, векчейна. На это почему 3 дня? Очень много обширная программа будет и также много тем. То есть на тему векчейн, о нашей компании, о нашем сообществе, о монете Райдо, о монете Век, о кейджи-чейне, о кейджи-коине, о городе Осман, да, если дальше мы будем внедрять как криптогород, то и город будем там презентовать. Также будем презентовать обучающие программы, которые у нас есть. То есть темы обширные, это некий такой блокчейн-форум, на котором будет говориться, представляться только все продукты нашей экосистемы, в котором будут привлечены СМИ, криптоблогеры, журналисты криптоизданий. То есть это такое огромное мероприятие, постараемся провести. Примерно, если мы, нам получится договориться с администрацией города Чолпан-Ата о ипподроме, чтобы занять 3 дня, то мы сделаем на 50 тысяч человек там, ну, такое мероприятие. Вот. Я уверен, что все блогеры, как и криптоблогеры, криптоэнтузиасты, которые приедут на нашу встречу века, сделают очень хороший видеоконтент, да? Вот. И увидят все достоинства и перспективы векчейна. Вот. И следующий, мы сразу переходим к следующему вопросу. 5-й вопрос. В чем уникальность нового блокчейна? Мы решили важные 2 задачи. То есть есть много задач, которые мы решили, но самое главное 2. Первое — это безограниченная пропускаемость в секунду. То есть, да, это может быть и 100 тысяч, это и 1 000 000 транзакций в секунду из-за технического решения, которое мы вложили в блокчейн века. А также второе преимущество — это низкая комиссия, стабильная низкая комиссия, которая происходит в стейблкоинах. Обычно все блокчейны, которые сегодня существуют, имеют ограниченное количество пропускаемости в секунду, а также волатильность комиссии, да, у эфира может доходить и до 30 долларов, у биткоина там уже, я молчу, за 100 долларов доходило, у трона уже доходит почти под 50 центов, да, или сколько сейчас комиссия. То есть во всех блокчейнах есть комиссия в их основной монете, то есть и оно волатильное, то есть чем больше популярность имеет, тем и оно дороже. То есть наш блокчейн выигрывает во всех блокчейнах за счет пропускаемости, а также единой комиссии 5 центов. То есть если вы даже актив переведете на сумму там 100 миллионов долларов, даже все равно заплатите 5 центов. Если вы даже на 50 центов актив переведете, все равно 5 центов. То есть таким образом мы решили основные 2 задачи, которые стоят у каждого блокчейна для масштабирования. Первое — это скорость, и второе — это низкая комиссия, которая статичная. Вот. Третье преимущество: на нашем блокчейне крупное криптосообщество сможет путем голосования проголосовать, чтобы комиссия взималась в их же токене. И вот как пример, да, вот представьте какое-то крупное криптосообщество, которое на BEP20 или на RC20 создано, да, смарт-контракт, оплачивает комиссию транзакции в чужой монете. То есть у них монета по-другому называется, а они платят комиссии в чужой монете, потому что они создали смарт-контракт на их блокчейне. То есть на нашем блокчейне можно путем голосования, если сообщество большое, превышает 10 тысяч человек, после голосования создать, что комиссия будет в их токенах. Я думаю, крупным криптосообществам это будет интересно. Да даже самому компании Tether, да, со своими USDT, которые делали токены и на эфириуме, и на троне, то есть будет интересно к нам перейти, потому что комиссия, они могут добиться, чтобы комиссия была в их же стейблкоинах там, и установить хоть 1 цент. Да? То есть это будет их право. Таким образом мы ворвемся в криптоиндустрию очень хорошим предложением, и таким образом мы
войдем в топ. Это мое видение, вот, поэтому мы к этому стремимся, но это мероприятие в Экчейн мы можем, или как, презентацию, эту технологию мы можем продвинуть после того, как у нас, у самого компании Веко будет имя. У компании Веко будет имя, когда мы сделаем в Кыргызстане то, что наметили. А наметили мы очень большие планы. Как я уже сказал, каждый кыргызский гражданин должен стать пользователем Векчейн, да, и кошелька Веквалет. И мы этого добьемся путем рекламы, путем привлечения блогеров, путем дропа, да, раздачи, то есть путем хорошего функционала, путем токенизации предприятия. То есть таким образом мы добьемся больших результатов, хорошей положительной репутации компании. И уже этой репутацией мы миру предоставим Векчейн. И те люди, которые сегодня держат Вебкоин, те люди, которые сегодня держат Райдо, будут очень хорошо, так сказать, вознаграждены своим терпением, своим ожиданием и, самое главное, своим энтузиазмом. Если в нашем сообществе есть люди, которые в это не верят, сомневаются, ноют, то есть мы вас не держим, то есть много хороших проектов в интернете, есть много хороших активов, вы можете туда идти и не возвращаться. Главное, чтобы вы уже дальше не возвратились. А если у вас есть позитивный настрой, то поддержите меня, поддержите администрацию, поддержите людей, которые что-то делают, вместо вас делают. То есть вы сидите, да, можете критиковать, но ничего не делаете. А люди, которые вместо вас стараются делать, чтобы ваш актив был ценен, хоть что-то стоил, то есть вы, наоборот, помогаете, активно помогаете вот, развитию. Не хочешь помогать, хотя бы не пишите всякую гадость без обоснования, да? Вот, поэтому, что я хочу сказать, скоро мы в этом году сделаем большой рывок нашего криптосообщества из-за того, что у нас есть хороший продукт, качественный продукт, очень дорогой продукт и очень хорошее предложение для криптомира, для криптоиндустрии, очень хорошее предложение. Криптоиндустрия очень сильно развивается, но с нашим блокчейном она начнет развиваться в десятки раз быстрее. Вот. И вы, как первопроходцы, как люди, которые сегодня имеют данный актив, вы, я уверенно могу сказать, что вы на хорошем позициях, на хорошем положении и, как говорят в народе, на коне. Вот, и поэтому сидите на коне, а не спускайтесь на осла, да, вот, поэтому двигайтесь и помогайте развивать сообщество, искать в интернете или в том городе вы находитесь кыргызских граждан, рассказать и дать информацию о том, что начнет происходить в Кыргызстане и какое будет активное развитие. Так, и следующий вопрос. Будет ли в интернете запускаться реклама? Да, мы уже в Кыргызстане обратились к двум SMM-компаниям, да, которые занимаются продвижением. То есть мы, конечно, заказываем на аудиториях Кыргызстана по KGChain. Вот, наше главное требование, чтобы реклама была креативная. То есть насколько предложит нам креативность, мы, конечно, чуть позже посмотрим. Но процесс пошел именно по развитию Кыргызстана, и уже имея опыт работы рекламными компаниями, мы уже можем работать на также по Векчейну уже на мировом. Но то, что мы уже на июль пригласим на встречу Века очень знаменитых криптоблогеров, криптоэнтузиастов, я думаю, это будет освещаться по всему миру, во всех криптоизданиях, то, что будет происходить на Исыкуле. Поэтому вы, как наше сообщество, тоже поддержите нас и на июль месяц, на середину июля тоже свое время распланируйте приехать в Кыргызстан на Исыкуль. Для российских граждан приехать в Кыргызстан достаточно
национального своего паспорта, не надо, даже загранка не нужна. Вот, для украинских граждан свободно могут приезжать, да, то есть 90 дней можно здесь находиться вообще без регистрации, насколько я знаю. То есть приезжает очень много партнеров, ну, люди из Украины в Кыргызстан. Кыргызы очень гостеприимно и хорошо встречают украинских граждан, да, вот, поэтому приглашаю и россиян, и украинцев, и из Турции их партнеров, да, и белорусов, и европейцев, то есть Кыргызстан, оно открытое для всех стран, и самое главное, люди очень гостеприимные, об этом могут вам рассказать те партнеры, которые приехали в Киргизию. Вот партнеры даже с Казахстана приезжали, в таком восторге все были. Россияне уже уезжать не хотят. Вот. У нас Игорь, он гражданин Украины, все время его встречают очень позитивно. И, вот. Я просто хотел донести, если вдруг вы сомневаетесь, как к Кыргызстане относятся тем или иным, у нас относятся приезжим очень хорошо, любят приезжих, очень гостеприимный народ. Вот, и очень комфортно здесь находиться, поэтому всех ждем и будем рады видеть. Приглашаю на встречу века в середине июля. Я уверен, что те, кто приедет, увидят эти красоты у нас в Кыргызстане, увидят наше озеро Иссык-Куль и просто влюбятся и захотят еще и еще возвращаться. Но самое важное, что для нашего сообщества будет происходить летом, на Иссык-Куле, это криптоконференция и презентация векчейна со всеми его возможностями и со всеми его перспективой. И будет очень большой так, информационный бум на весь мир. Вот, поэтому приезжайте и давайте зажжем. Так, хорошо, я сейчас просмотрю, какие вопросы. Так, Бутерин, скорее всего, приедет, а вот Илон Маск навряд ли приедет. Вот. Но, тем не менее, мы ему передадим отсюда большой привет. Такой привет, что он услышит и пожалеет, что не приехал. Вот, у меня есть идея такая, создать такой... Ну, я не знаю, я буду сейчас с юридической стороны смотреть, насколько это законно, то есть установить памятник Илона Маска с большим, да, чтобы он держал руку свою вверх туда и с таким надписем «В этом веке летим на Марс». И вот слово «веке» будет WEC, да, то есть таким образом мы, так сказать, шуткой ради с этой, так сказать, истуканом, так сказать, передадим привет. Вот. Так, еще какой инфоповод, вот хорошо, что мне сейчас напомнили, мы еще снимаем фильм, в котором будет упоминаться монета ВЕК и наше сообщество ВЭКО, поэтому, даст Бог, в октябре во всех кинотеатрах ждите фильм, про, где будет упоминание, так сказать, про компанию ВЕКО и монету ВЕК. Вот, фильм готовим для Netflix, чтобы на английском языке будет переводить, чтобы его посмотрел весь мир. Так, вроде взрослый день, а как... Так, мы уже в пути. Придумайте, а все пригласят. Не приедет, а пригласят. Нет, зацепилась. Так, смотрю, тут уже споры шли. Так, это мечта. Казахстан с вами. Да. То, что сделали партнеры с Казахстана недавно. Вот, такие молодцы. Такие умницы. На Иссык-Куле, где именно будет проходить мероприятие. Смотрите, где будет мероприятие. У нас две локации, пока мы договоримся. Одна, то это... Примерно город, ой, поселок Корумды, вот где-то в этом месте. Но в городе Чолпаната есть ипподром, там, где скачки проходят. Вот если нам удастся договориться ипподром,
Вот. Но я думаю, удастся, если мы здесь, в Бишкеке, в центре города, договорились стадион, что будет 20 мая проходить. Я думаю, в городе Чолпанате мы тоже договоримся. Ну, мы постараемся. Вот. Так, дальше вопросы. Смотрю, пролистываю. Ну, в принципе, я вижу сердечки, лайки, огонь. Спасибо большое за ваши отзывы. Я думаю, на все вопросы я ответил. Запись будет, чуть позже выложим на канал. Вот. И готовьте еще вопросы, чтобы я мог частенько выходить и что-то разъяснять. Вот. А 5 мая, как только появится новость о том, что приложение уже доступно, вы скачивайте, устанавливайте и подготавливайте свои кошельки для работы уже с ВЕК и Райдо. А для кыргызских граждан 5 мая будет особый день. Этот день совпало почему-то, по-моему, с этим, с Днем Конституции Кыргызской Республики, а также с запуском нашего приложения. Поэтому будет двойной праздник. Вот, всех кыргызских граждан поздравляю. Хочу заметить, что кыргызские граждане живут не только в Кыргызстане, но также и во всем мире. Есть много и в России, и в Украине, и в Европе, и в Турции. Поэтому, если вы знаете, и есть у вас знакомые из Кыргызстана, передавайте ему привет и покажите, как скачать приложение и получить подарок KGCoin. Все, на этом эфир я завершаю. Если какие-то вопросы я пропустил, но увижу в комментарии, можете туда дальше писать, то я подготовлюсь на эти вопросы на следующем вебинаре. Все. Всем пока. Угу.